дорогие товарищи планетяне! Меня зовут Артемий Троицкий, я ветеран музыкальной критики. Прошу вас скинуться последними деньгами для того, чтобы наконец-то впервые в истории освоения Сибири была записана сибирская сюита. Записывать ее будут два сибирских цирюльника под названием «Два сибиряка». «Two Siberians». Нужно им, естественно, сыграть на своих инструментах виртуозно, но это они умеют. Сложнее инструменты эти перевести в цифровую аудиозапись. Для этого нужна студия, для этого нужны деньги. Понимаете? Без ваших денег никуда. Как же так? Как же мы можем остаться в это тяжелое кризисное время, когда Китай идет с востока, Америка с запада, белые медведи атакуют нас с севера? Как же мы можем остаться без сибирской сюиты? Нет, товарищи, активно призываю вас под страхом всех и всяческих лишений отдавайте последнее. Сибирская сюита должна засибириться. Это был Артемий Троицкий. Ура!